Про можливу подальшу стратегію ворога в цій війні будемо говорити з експертом. Зараз із нами на зв'язку військовий аналітик, офіцер армії оборони Ізраїлю і колишній одесит Ігор Левін. Добрий день. Добре, привітаю. Україна може стати новим Ізраїлем, тобто державою у постійній воєнній небезпеці. Таку думку висловив український президент. Як ви сприймаєте таку перспективу для України? Смотрите, это не только президент. Вот недавно Арестович тоже заявил в своем очередном интервью, что Украина будет новым Израилем. На самом деле, я не люблю такие сравнения, но тут есть что сказать. Почему я не люблю? Потому что нужно понимать, что Израиль образовался в очень специфических условиях исторических, которые не похожи абсолютно на украинские. То есть он строился с нуля, строился фанатиками, строился добровольцами, то есть весь полностью. В чужеродной территории, в очень ограниченными ресурсами, территориальные и так далее. То есть можно найти 1001 момент, который никак не пересекается с Украиной. Хотя бы просто такой момент, что религия не отделена в государстве от государства, например. Так вот, но если все-таки мы такие параллели проводим, именно вот такую стратократию, милитаризацию общества, то тут есть такой нюанс. Израиль вел долго, то есть десятилетия, с момента своего образования, войны с враждебным окружением, то есть с государствами, которые так или иначе не хотели с ним считаться. Вот эти десятилетия он вел эти войны для того, чтобы в конечном итоге сесть за стол переговоров и договориться, как с Египтом, например. То есть с Египтом были действительно кровопролитные, страшные войны. Как минимум три войны. Четыре войны с Египтом было за довольно короткий исторический период времени, то есть несколько десятков лет. Сегодня между Израилем и Египтом есть мир, есть сотрудничество, есть торговые отношения и так далее. То есть мы видим, что вот буквально недавно четыре большие страшные кровопролитные войны, сегодня у нас есть совершенно иная реальность. Так вот, если мы говорим в контексте России и Украины, то действительно займет, наверное, какое-то время, возможно, тоже десятилетия страшных войн с Россией, пока Кремль, какое бы руководство там ни было, я уверен, что неважно, Путин это будет или не Путин, не поймет, что Украина это действительно не Россия, вот как избитая фраза, Украина это не Россия, и с ней нужно считаться ровно так же, как и Россия считается с теми или иными государствами, с которыми она считается. То есть она не рассматривает Украину как свою бывшую колонию или будущую колонию, или каких-то таких неправильных русских, которых младших братьев и так далее. То есть мирным путем показать, что украинцы это отдельный народ, не являются младшими братьями русских, видимо, не получится, а значит, действительно будут эти десятилетия этих войн. К сожалению, это не то, что мне хотелось бы, чтобы так было. И здесь действительно, если мы рассматриваем это так, то действительно можно проводить параллели с Израилем. Но нужно еще раз понимать такой момент, что в Израиле армия подчинена полностью обществу. То есть там армия призывная, не контрактная. Абсолютно. То есть с пеленок детей, дальнейших школьников, воспитывают в том, что вот нужно отдать несколько лет службы, за бесплатно фактически. Украина жила совершенно другим путем. То есть создание все-таки, она создавала все эти 8 лет контрактную армию. Всегда подчеркивалось, что мир в тылу, благополучие в тылу – это заслуга воинов Украины, которые держат фронт на востоке Украины и так далее. А в Израиле нет тыла, то есть там никогда не подчеркивалось, что заслуга кого-то, чтобы кто-то жил спокойно. То есть фактически вся нация, солдаты и сами воюют, сами же спокойно и живут. То есть и таких различий на самом деле очень-очень много. Пане Ігор, добре, ми розуміємо деякі з цих розбіжностей. Ви сказали про можливість, підкреслюю, десятиліть війни. А чи надовго Росії вистачить сил, воєнної, технічної міці для продовження взагалі повномасштабної війни, зокрема, враховуючи нинішні втрати? І до чого має бути готова відтак Україна? Смотрите, якщо ми вже опять проводили паралелі з Ізраїлем, то после поражения в шестидневной войне Египет, про который я уже упоминал, у него не было сил, не было оружия, не было экономических возможностей вести конвенциональные войны с Израилем. И он начал так называемую войну на истощение, которую не выиграл, потому что он не истощил Израиль.
Я подозреваю, что после вот последнего поражения, которое Украина нанесет России на юге, на востоке, то есть это так называемая битва за Донбасс, после освобождения Херсона, когда у России уже не останется сил для наступательных каких-то тех или иных мероприятий, Россия перейдет окончательно к войне на истощение. То есть, если мы откидываем такие сценарии, про которые вот говорит Христо Грозев и другие аналитики, как ядерный удар и так далее, если мы их откидываем и откидываем вариант мобилизации всеобщей в России, что, по-моему, не реалистично, Россия на это не пойдет, поэтому у нас остается только вариант войны на истощение. Для этого не нужно никакого сложного оружия, для этого достаточно и старого советского оружия, артиллерии и так далее. А на ваш погляд, як військового експерта, яким чином має бути перебудована система безпеки в Україні, принаймні, які, ну, можливо, базові, головні кроки потрібно зробити, на ваш погляд? Я думаю, тут важно, ну, те меры, которые делаются, они делаются, то есть тут мало что есть добавить. Есть другой момент, он более политический. Много говорили после событий в Буче, после событий в других городах, фактически вот то, что президент Украины назвал геноцидом в Украине, это чем он и является на самом деле, говорили о вот методах Моссада, методах ликвидации военных преступников, ликвидации тех, кто ответственен за эти, ну, за эту резню фактически, за эти убийства мирных граждан. В Киевской области признано, что это больше 1000 мирных граждан, которые погибли. Так вот, нужно понимать, что Израиль, когда занимался отлавливанием нацистских преступников, ликвидацией других преступников и так далее, которые ответственны были за гибель мирных граждан, он никогда не считался с мнением мира, он никогда не считался с мнением ООН. То есть Украине здесь нужно будет четко разграничить свои интересы с поддерживанием хороших отношений со своими партнерами, союзниками, то, как подумать, скажет ООН, и западные, тоже, ну, Англия, Британия, вот, США и так далее. И его личные национальные интересы, несмотря на то, что скажут вот, партнеры Запада. То есть, если Украина хочет где-то ликвидировать генерала, который был ответственен за ту или иную резню, ей нужно четко проводить эту красную линию, что здесь-то ее национальные интересы, и не важно, что скажет Британия, например, а вот здесь, вот в этом случае, все-таки мнения и позиции западных союзников, они важнее. Вот эту четкую линию нужно разграничивать. В истории Израиля, если мы опять же уже сравниваем с ним, было очень много ситуаций, когда США, это один из больших союзников Израиля, не то что не одобрял, а был категорически против действий Израиля. Но несмотря на это, Израиль все равно действовал так или иначе, потому что это было в его национальных интересах. И вот для системы безопасности Украины очень важно, для политического руководства, а Украина — это демократическая страна, то есть она будет меняться, это руководство. И какое бы оно ни было, как бы оно ни сменялось, какие бы партии и президентов народ не выбирал себе, должна быть вот эта четкая разграниченность между национальными интересами и попыткой угодить и быть в унисон на одной волне с западными союзниками. Пане Ігорю, на жаль, наш час обмежений. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, ми ще поговоримо в ефірі. Всім нагадаю, це був Ігор Левін, військовий аналітик, офіцер армії оборони Ізраїлю. Дякую вам ще раз.